Друзья, всем привет! Вы находитесь на канале Технобар Плюс, и сегодня у нас такая вот кратенькая распаковочка. Я приобрел в магазине Comfy специальный набор для чистки протирки, чистки непосредственно ноутбука, клавиатуры ноутбука, самого ноутбука, экрана ноутбука. Можно также данные средства все применять непосредственно к экранам смартфонов. Ну что, давайте распакуем. В Comfy я его приобретал, этот наборчик, за цену 50 гривен. Дабы вскрыть его, необходимо обрезать по краям вот этот вот блистер. Но будьте аккуратны, потому что этот блистер сам он такой жесткий. Можно случайно даже и порезать руку. Я обычно вот так вскрываю. Все это дело вот так раз. Улетает у нас куда-то. Неизвестное направление. Да, резать пошло серьезно. Угу. Так, ну, в принципе, можно и открывать. А вот компании Colorway, это ведущий производитель аксессуаров для ПК. Как-то так. Так, что в комплект входит? Непосредственно само средство, специальная тряпочка фибра, а также щеточка с нейлоновыми щетинками, ворсинками. Три в одном. Ну, как на мой взгляд, что тут написано на самой непосредственно упаковочке? Написано то, что можно применять, протирать ноутбуки, причем как клавиатуру, так и экран, так и внешняя часть ноутбука. Мониторы, телевизоры, планшеты. Ну, я так предполагаю, что и для смартфона подойдет. В принципе, не предполагаю, уверен в этом. Когда-то у меня похожего плана средства было. Но, как на мой взгляд, деликатная очистка OLED, LED, LCD, TFT экранов. Антистатистическая, антибактериальная формула безопасной тщательной очистки вашего экрана. Угу. Ну, протестируем сразу же, насколько хорошо это все работает на смартфоне моем новом Poco X3 Pro. Как это все будет, потому что он такой какой-то у меня слегка заляпанный. Так, сначала внешнюю сторону протираем этой тряпочкой новой. Да, вытирает круто. Как вытру, и смартфон станет белым. Был черный, станет белый. Да, друзья, действительно вытирает обалденно. Возможно, даже какое-то оставляет микрослой олеофобки, то есть олеофобное покрытие на сам смартфон. Многие боятся брызгать непосредственно на смартфон, потому что в динамики попадет, в прорези динамика, и потом будет плохо. Если, конечно, специально туда прямо направить, подвести вот так вот и в динамик, ну, естественно, сами понимаете, какой будет результат. Ну, а если все делать с умом, все будет отлично. Вот протер смартфон Poco X3 Pro. Сейчас можно также все это проверить на смартфоне Redmi Note. Вот видите, как он залапанный? Redmi Note 10. Кстати, как и на смартфоне Poco X3 Pro, так и на смартфоне Redmi Note 10 с завода поклеена на экран пленочка, что несомненный плюс. А так ее, друзья, стоит поклеить 100-110 гривен. Пленка копейки стоит, но тем не менее, дабы, а мы не, мы никто, как говорится, не любит запариваться по этой части, все хотим, чтобы было готово, потому что мы за это, друзья, платим деньги. Я считаю, в принципе, все смартфоны должны с завода идти с пленкой. Ну, вот как-то так. Такое впечатление, что смартфон даже как-то стал посветлее.
Так, сам экран. Да, круто. Вот так рядом смотрятся, друзья, эти два чудо смартфона, на которые в скором времени ожидайте на моем канале обзоры. Ну, это был канал Технобар Плюс. Всем удачи, всем пока, берегите себя.